Дело в том, что некоторые сказали, ровно в 5 подойти не могут, подойдем попозже. Поэтому будем встречаться с людьми по мере их поступления, да, и знакомиться, может быть. Ну, во-первых, знаете, даже не верится, что наступил сегодняшний день. 16 марта было 2 года, как вдруг начала развиваться идея Жени Новоченко, который нас с Олей Семеряковой подбивал что-нибудь написать о коммунарах в его книгу. Но мы, народ же такой упрямый, да, приехали в Соликамск, собрали коммунаров 16 числа и решили, хитрый Новоченко, да, свою книгу, чем мы хуже. Себе славу хотели. Да, себе хотел славу, как бы. Вот, и возникла вот такая дурная немного идея, авантюрная, попробовать написать. Сначала мы хотели главу в книгу Жени, потом решили, и этого ему много, вот, и решили попробовать. И вот с 16 марта долго-долго пробовали, думали, и 24 сентября, в день рождения клуба инакоммунаров, это было 49 лет, мы стартовали, объявили начало юбилейного года. Если поначалу говорили о том, что нужно книжку попробовать написать, потом размечтались, давайте еще и что-то проведем в честь юбилея коммунаров, и мероприятия посыпались. Итак, 24 октября мы провели день рождения, ну и по традиции провели операцию «Дерево» на территории школы нашей, бывшей третьей школы, посадили 15 деревьев. Почему 15? У нас был такой девиз, нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15. Сейчас у нас уже склероз, наверное, уже больше 60, но мы об этом немножко забыли. Вот. Ну и затем по предложению коммунаров были проведены операция «Новогодняя открытка» для жителей улицы Коммунаров. Мы на все подъезды развесили поздравления, в газете «Соликамские рабочие». Благодаря Наташе Чмуневич, она там стихи сочинила, Оля Новина там красивые приглашения сделала, вернее, поздравления. А 22 апреля, учитывая то, что мы все бывшие комсомольцы, там, пионеры и так далее, решили сделать коммунистическо-коммунарский субботник. И мы его сделали вместе с жителями коммунаров. Это была еще одна очередная авантюра. Боялись, что нас жители коммунаров улицы не поддержат, но нас даже поддержали немного и соседняя улица. Поэтому улица коммунаров состоялась, субботник на улице коммунаров состоялся. Если мы сначала на территории школы 3 садили деревца, а потом 22 октября 15 тополей вырезали, которые садили первые выпускники школы номер 3. Они как раз и начали традицию посадки деревьев в честь окончания школы. И вот эти первые тополя это были, а мы их вырезали и посадили другие тополя. Вот. После коммунарского субботника,